Привет, с вами Питер Гриффин, вы смотрите... На нашем канале ваше любимое шоу в их природной первозданности. А теперь продолжение фильма «Роман с камнем». Они убьют мою сестру, если мы не отдадим им камень. Они будут искать повсюду. Спрячем его в моем подбородке. Они уже близко. Ты тоже прячься. Лоис, выйди на секунду на улицу. Лоис, принеси, пожалуйста, апельсинов или что там едят эти твари. Питер, что это? Тоже мне Исаак Ньютон. Это жираф. Я украл его из зоопарка. Мэр Уэст выслал из города полицейских, и все делают, что хотят. Питер, мне плевать, что там сделал мэр Уэст. Нельзя нарушать закон. Конечно, можно. Я этим всю неделю занимаюсь. Вчера организовал банду карманников в английском стиле. Так, парни, лучшие мишени – богатые старики. Вот один из них. Взять его. О, нет, даже полиции нет. Надеюсь, вы не найдете деньги, привязанные к моей ляжке. Алло. Привет, Джиллиан, как дела? Брайан, ты придешь сегодня смотреть Лагуна Бич? А во сколько начало? В 10 по весьма точному тихоокеанскому времени. Как ты сказала, весьма точному? Может, восточному? Нет, это называется весьма точное время, потому что оно очень точное. Стюи, ты подслушиваешь? Да. Парни, мы должны помочь Джо. Мы станем копами. В полицейской академии открыли экспресс-курсы, но я не уверен, что вам подходит эта работа. Да ладно, из нас выйдут отличные копы. К тому же хуже, чем на курсах, по дайвингу уже не будет. Нам еще долго в этой барокамере сидеть. Я включу радио, ладно? Питер, нет! Молодец, Питер. Смотри, что ты натворил. Ну уж извините, что хотел улучшить вам настроение музыкой. Кретин, думать же надо. Сам ты кретин. Хватит. Вот, блин, нам нужно масло или что-то типа того. Брайан, как мило с твоей стороны пригласить Мэг на бал. Для нее это очень важно. Хоть на пятку дай. Уже у тебя в кармане. А вот и она, Брайан, встречай свою отполированную какашку. Как я выгляжу, Брайан? Ты выглядишь, Мэг. Мэг, собакам вход воспрещен, так что тебе придется уйти. А Брайан может остаться. Знаешь, Кони, у меня есть теория, почему ты такая стерва. Прости? Брайан, давай уйдем. Не-не-не, постой, подожди, Мэг. Подожди, видишь ли, Кони, ты популярна, потому что начала рано развиваться, а половую жизнь ведешь с 12 лет. Но теперь ты даже в зеркало не можешь смотреть, потому что ты там видишь шлюху. И ты достаешь Мэг, чтобы избежать осознания, что к 19 годам твои ресурсы истощатся, и ты превратишься в дешевую, потрепанную кошелку, на которую не встанет даже у твоего отчима. Ну как? Брайан, это было потрясающе. Никто никогда за меня так не вступался. Да без проблем, она страшила. А ты не заслуживаешь? Не заслуживаешь такого дерьма, Мэг? Спасибо, Брайан. Прости, это из-за бухла. Не из-за тебя. Подъедать будешь? Добро пожаловать в полицейскую академию. Начнем обучение с обыска заднего прохода. Питер, ты будешь полицейским. Когмир, ты подозреваемый. И начали. Сэр, вы подозреваетесь в хранении наркотиков. Придется полностью вас обыскать. Снимайте штаны. Питер, тебе штаны снимать не надо. Простите, я в этом новичок. Ладно, приступай к обыску. Кажется, все. Может, я перепроверю? Я сегодня иду в торговый центр. Поможешь мне выбрать нижнее белье? Сдается мне, это невозможно. У меня дела с Крисом. У нас с Крисом на сегодня планы. Правда? Да, мы будем кое-чем заниматься. Чем ты обычно занимаешься днем в четверг? Мастурбирую. Именно этим вместе и займемся. Только если спиной к спине, но вообще мне эта идея не особо. Ну надо же, она ведь вкуснятина. Очень вкусно, что в нем? Да, просто яблоки, корица и мои волосы. Что? В пироге мои волосы, Брайан. А теперь они внутри тебя. Часть меня в тебе, Брайан. Ты меня чувствуешь?
Ты чувствуешь меня внутри себя? Лойс, перед тобой выпускник Охокской полицейской академии коп при исполнении. Невероятно. Я замужем за большим страшным полицейским. Сосредоточьтесь на яичнице, мэм. Да, офицер. Какой страшный коп. Желтки должны быть целыми, мэм. Боже, Лойс, я в тебя попал? Знаю. Засунь туда палец и пошевели. Брайан, ты ночью копался в мусоре? Нет, а что? Не ври мне, Брайан. Я не вру. Собачий корм. Сегодня был прекрасный вечер, Брайан. Ты приготовил мне чудесный сюрприз. Ты же меня знаешь. Я знаю тебя, Брайан, очень хорошо знаю. Ты готов? Чему? К развлекухе, Брайан. Этой ночью будет очень весело. В самом, что ни есть, американском стиле. Послушай, Мэг, не буду тебе лгать. Мне несколько неудобно. Расслабься. У нас вагон времени. Просто я не уверен. Постой, что? У нас вагон времени. Вагон? Да, вагон. В смысле, вагон? Вагон. 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 Брайан, ты чудо себя ведешь.